По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Беларуси будет жарко. Температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов. По Гродненской области всю неделю днем столбик термометра будет подбираться к отметкам в плюс 29-30 градусов. Что касается осадков, то в первой половине недели их не будет, а вот во второй ежедневно будут проходить кратковременные дожди, а порой прогремят грозы.